Индийский пророк Саи Баба назвал 5 знаков зодиака, которые их ждет финансовый успех с 25 сентября. Привет, звездные странники! Сегодня мы открываем страницу вековых преданий и мудрости великого индийского пророка Саи Бабы, который через время и пространство передал нам знания о 5 знаках зодиака, на пороге которых стоит финансовый успех. С 25 сентября эти избранные знаки испытают потрясающие изменения в своем материальном благополучии. Кто они? Давайте узнаем вместе, и, возможно, среди них окажетесь и вы. Не упустите шанс познать тайны Вселенной и воспользоваться древней мудростью, которая может изменить вашу жизнь. Подписывайтесь на наш канал, включите уведомления и делитесь этим видео с друзьями, чтобы никто не остался в стороне от этого магического пути к процветанию. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по звездам. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас? Оставайтесь с нами и откройте двери к своему финансовому успеху. Это путешествие только начинается. Не забудьте подписаться и присоединиться к нашему сообществу исследователей звездного неба. Вперед, к новым открытиям и финансовым вершинам! Первый знак Овен. В таинственных уголках Индии, где древние знания переплетаются с современностью, известный пророк Саи Баба разгадал астрологические секреты, заложенные в звездах. Среди его мистических видений особое место занимает предсказание для овнов, которым судьба обещает период финансового расцвета, начиная с 25 сентября. Это время, когда удача и процветание сойдут на землю, чтобы наполнить жизнь овнов новыми возможностями. По словам Саи Бабы, овны окажутся в центре космического благополучия, и их энергия станет ключом к открыванию дверей к неисследованным сокровищам. Это период, когда важные финансовые решения и рискованные вложения принесут неожиданно высокие дивиденды. Овны обнаружат, что их привычное упорство и стремление к лидерству привлекут к ним богатство и успех, как магнит. Саи Баба говорит, что ключом к успеху будет смелость и решительность овнов в принятии финансовых вызовов, которые могут показаться другим слишком рискованными. Это время, когда нужно активно искать новые возможности для инвестирования и расширения бизнеса. Неожиданные предложения и счастливые случаи принесут значительные финансовые выгоды, но только если овны сохранят свою характерную отвагу и оптимизм. Этот период также станет временем для сетевого взаимодействия и новых союзов. Пророчество подсказывает, что встречи с влиятельными личностями и стратегические партнерства могут открыть овнам двери в мир больших финансов и успешных предприятий. Саи Баба уверен, что для овнов сейчас самое время действовать смело и решительно, используя каждую предоставленную возможность для укрепления своего финансового положения. Итак, овны, готовьтесь к захватывающему времени обогащения и процветания. Ваши усилия и энергия в этот период будут вознаграждены сторицей, благодаря мудрости и предвидению великого индийского пророка Саи Бабы. Не упустите свой шанс на финансовое чудо, начиная с 25 сентября. Второй знак Дева. В тени древних храмов и шелесте пальмовых листьев, где мудрецы веками искали ответы на вечные вопросы, индийский пророк Саи Баба открыл новую главу в книге судеб. Среди знаков зодиака особое место занимает Дева, которой судьба предрекает начало периода финансового процветания уже с 25 сентября. По пророчеству Саи Бабы, энергии Вселенной складываются таким образом, что Девам предстоит обрести не только материальное благополучие, но и новое понимание своих возможностей и талантов. Это время, когда преданность делу, усердие и точность Девы обернутся заслуженными плодами. Саи Баба видит, что девы столкнутся с рядом уникальных возможностей для инвестиций или карьерного роста, которые могут казаться случайными, но на самом деле являются результатом космического воздействия и их личных усилий. Эти шансы придут в форме неожиданных предложений, стратегических партнерств или через расширение собственного бизнеса. Пророк подчеркивает, что ключом к успеху для дев будет их способность адаптироваться к новым условиям и быстро принимать решения. Саи Баба уверен, что если девы будут следовать своему внутреннему голосу и не упустят момент действовать, они смогут максимально увеличить свое финансовое состояние. Этот период также станет временем для личностного роста и развития уникальных навыков. Влияние космических энергий откроет перед девами новые горизонты знаний, что также поспособствует их материальному успеху.
Итак, звезды говорят, для дев начинается уникальный период финансовых возможностей. Пророчество Саи Бабы несет в себе надежду и обещание новых достижений. Воспользуйтесь этим благоприятным временем, чтобы воплотить свои мечты в реальность и открыть двери к новым возможностям. Третий знак Водолей. Под звездным небом Индии, где эхо древних предсказаний все еще звучит в воздухе, известный пророк Саи Баба раскрыл тайны будущего для знака Водолей. С 25 сентября этого года, по его словам, Водолеи станут свидетелями необычайного финансового успеха, который придет к ним как будто из ниоткуда. Саи Баба описывает это как время, когда удача и благоприятные звездные конфигурации объединятся, создавая идеальные условия для финансового роста и процветания для водолеев. Этот период будет отмечен не только увеличением доходов, но и возможностями для инвестиций, которые могут значительно изменить их экономическое положение. По предсказанию Саи Бабы, водолеи обнаружат новые пути для заработка и умножения своих активов. Это может произойти через инновационные проекты, технологические стартапы или неожиданные партнерства, которые приведут к долгосрочным выгодам. Пророк подчеркивает, что водолеям следует быть открытыми к новым идеям и не бояться принимать рискованные решения, так как именно такой подход приведет их к успеху. Этот временной период также станет испытанием для их интеллектуальных способностей и креативного мышления. Водолеи смогут использовать свои уникальные таланты для выявления и реализации проектов, которые окажутся не только прибыльными, но и позволят им внести свой вклад в общественное благо. В заключение, Саи Баба уверяет, что это магическое время для водолеев будет полно возможностей и открытий. На пороге стоят изменения, которые не только улучшат их финансовое состояние, но и предоставят шанс на реализацию давних мечтаний. Не оставляйте свою судьбу на волю случая, впереди вас ждут звездные вершины успеха, готовые раскрыться перед теми, кто готов принять вызов. Четвертый знак Козерог. На перепутье звездных путей и временных изломов, где древние песни ветра еще шепчут загадки Вселенной, индийский пророк Саи Баба раскрыл свои визионерские видения. Из глубин космической мудрости он осветил путь одного из знаков зодиака – Козерога, предвещая им начало феноменального финансового успеха, начиная с 25 сентября. Саи Баба видел, как звезды выстраиваются в редкую конфигурацию, обещая Козерогам не просто удачу, а настоящий поток возможностей, кардинально изменяющих игру. Это время, когда традиционная стойкость и несгибаемая решимость Козерогов будут вознаграждены на вес золота. Предсказание гласит, что внутренняя целеустремленность и характерная для Козерогов практичность приведут их к новым источникам дохода, которые ранее казались недостижимыми. Мудрец утверждал, что Козерогам предстоит открыть двери, за которыми их ждут не только материальные блага, но и новые пути к личностному развитию и профессиональному росту. Новые начинания, возможно, связанные с зарубежными партнерствами или инвестициями в высокотехнологичные проекты, окажутся удивительно успешными. В этот магический период Козероги могут также ожидать неожиданных финансовых предложений, которые предложат совершенно новые способы умножения капитала. Саи Баба подчеркивал, что ключом к успеху станет готовность Козерогов к рискам, их умение видеть перспективу там, где другие видят только препятствия. Это время станет для Козерогов периодом, когда старания прошлых лет кристаллизуются в явные успехи, делая их не просто участниками рынка, но и его лидерами. Небесные знаки ясно показывают, пора брать Тора за рога и направлять всю свою энергию на покорение новых финансовых вершин. И как звезды уже знают, Козероги не просто готовы к этому, они рождены для успеха. Пятый знак Телец. В далеких и загадочных дебрях Индии, где каждый шорох и каждый взгляд кажется наполненным древними тайнами, индийский пророк Саи Баба раскрыл свое новое видение. Он предсказал, что начиная с 25 сентября, знак зодиака Телец вступит в период значительного финансового успеха. Это предсказание несет в себе обещание изобилия и процветания, которое изменит жизни многих тельцов. Саи Баба описывает, как космические силы выстроятся таким образом, чтобы открыть перед тельцами двери к неожиданным возможностям для заработка и умножения богатства. Их естественная устойчивость и терпение, которыми они известны, окажутся ключевыми в использовании этих возможностей.
Тельцы обнаружат, что их приверженность и трудолюбие приведут к разблокировке новых источников дохода. По словам пророка, тельцы станут участниками выгодных проектов и партнерств, которые не только укрепят их финансовое положение, но и расширят их влияние в бизнес-сообществах. Эти проекты могут включать зарубежные инвестиции или новаторские стартапы, особенно в областях, где тельцы могут наилучшим образом применить свои навыки и знания. Саи Баба также подчеркнул, что для тельцов это время для активных действий и открытости к новым методам увеличения своего капитала. Интуиция и практический подход тельцов помогут им выделить наиболее перспективные идеи из предлагаемых им возможностей. Те, кто готов будет рискнуть и выйти из зоны комфорта, обретут наибольшее богатство. Этот период финансового успеха станет для тельцов временем, когда они смогут доказать всем и себе, что твердость и упорство могут привести к реальному и заметному успеху. С 25 сентября каждый шаг тельца будет наполнен уверенностью в завтрашнем дне, которую подарило ему предсказание Саи Бабы.